я приверженник того, что всегда нужно искать новые идеи. Мне было интересно узнать три темы, которые здесь поднимались, и про культуру в компании, и про точку ноль, ну и, конечно же, про типы интеллектов. На самом деле никогда не знаешь, где найдешь новую идею, где она к тебе придет, поэтому данные мероприятия, наверное, для этого и созданы, и я уверена, что если человек хочет себя развивать и где-то развивает, возможно, свое дело, либо себя по карьерной лестнице, то он должен присутствовать на таких ивентах. Один из основных моментов – это то, что каждый спикер привносит свое абсолютно разное, и от каждого спикера ты берешь как минимум несколько позитивных моментов, которые хочешь применить к себе, к жизни, к окружающим. Они жизненные, они схожи с тобой, и это супер. Мне кажется, что многие люди, которым было бы очень полезно, интересно и вот так благотворно для их души, для их бизнеса сегодня здесь быть, они просто об этом не слышали. Потому что полезно тем лидерам, у которых есть команды, полезно тем людям, которые переживают какой-то кризис, связанный с ситуацией в стране или с ситуацией в жизни. Кризис, связанный с возрастом или с переходом на новую работу, новую область деятельности. Хотелось бы, чтобы гораздо больше людей узнало об этом.